Вот мы уже и на плотине. Это главная работа большая. Пилят колья. Это ветла забивают на колья. Нормально заостряйте, веточки обрубите. И она может дать росток и укрепит плотину. Только вверх ногами не посадите. Вот так. Все заняты. Забивай, забивай крепче. Непосредственно плотина, 10 сентября. Он зашел только сюда. Там нужно глиняный замок было делать, большой, и он его сделал. Поднимает, а что уже будет? Там красивое дерево на том берегу растет, оставить ее надо. Видите, какое, какая купа. Да не одно дерево, там целая группа березок тоже оставили, если не зальет. Жизни никакой нет в озере. Полностью умерло, все. Одни лягушки. Приложить, конечно, надо труд. Еще труд большой, гигантский. Да какой большой гигантский-то? Нормальный труд по-человечески, спим. Тушенко Алексей Александрович. Рядом. Вот эту он дамбу повернул сегодня, сделал поворот дамбы. Вот на этой стороне, что вот он так делает. Землю в отвал туда он пустил, уволок, видно. Верхний слой с крапивой. Ну а теперь вот он здесь роет. Рядом как раз это озерко. Вот. Ну и то, что я говорил, дерево красивое. Вот оно там на той стороне видится. Вот оно как выглядит. Если озеро-то будет, какое дерево. Вот оно. Эти деревья старые, павшие. Зимой должны убрать. Мы тут все убирали, что как они сумеют поправиться. Вот, здесь березки русские, небольшие. И там тоже часть березок. Вот так. Интересно жить в деревне. А в городе только так, пройдет мимо, асфальт понюхает и все. А здесь все своими руками, забивает поле, охраняют, защищают.
Вот они по берегу прибежали братья сейчас, они на другом пруду работали. Уже поле забили.